вас не такой уж маленький город. Музыка большая. Большую музыку в малые города. Проект Виктора Ямпольского и фонда «Мост искусств» стартовал в этом году. С начала учебного года его успели привести в 5 регионов страны и 4 города Татарстана. В этом сезоне Альметьевск – последний малый город, который посетили музыканты. Теперь исполнители и слушатели взяли перерыв на сессии и каникулы. Весной мы продолжим это вот в Саратовской, Астраханской, Екатеринбургская и Башкортостане, да, эту тему. Музыканты Большого театра дают концерт с коротким, но емким названием «Моцарт». В программе вечера с десяток произведений. А в учебной программе для студентов музколледжа, учеников музыкальной школы и их педагогов с десяток мастер-классов. Большую музыку в малые города – проект еще и образовательный. Айназ Галеев – один из студентов-слушателей, который сначала побывал на уроках от московских музыкантов, а потом и на самом концерте. Айназ – третьекурсник эстрадно-джазового отделения музыкального колледжа. Каждый исполнитель приносит свою нотку, как бы, вкуса. Мне кажется, что один и тот же исполнитель, два разных исполнителя не могут произведения одинаково сыграть. И как поклонник джаза, Айназ считает, что у современных течений и строгой академической классики больше общего, чем кажется. А Моцарт – главный джазман своего века. Послушать вот других музыкантов, а тем более такого уровня, это всегда, большое счастье, я бы так сказала. Потому что мы очень часто теряем вот эту какую-то остроту, слуховую, может быть, профессиональную. Столичные артисты в идеале планируют объехать всю страну, но в Татарстане намерены бывать чаще. Фонд заключил договор о сотрудничестве с Казанской консерваторией. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.